Всем привет! Приветствую вас на канале Татьянин Дом. Наконец-то я купила себе очки, такие, как я хочу. То есть уже не давит, купила вот с такими капельками. Капельки уже на очках. Я сейчас нахожусь в городе Иркутске. Это верхняя набережная. Хочу сходить в храм, потому что вчера не успела сходить, вот, и немножко погуляю по городу. Вот. Попробую сходить в музей в исторический, если получится сейчас, потому что может получится, не знаю, и немножко оттуда сниму видео. Сегодня у нас 8 апреля 2022 года. Я решила погулять, солнечно. Плюс 15 у нас в деревне, плюс 10 было, я поехала в тепло, вот, и я решила вот погулять, вам поснимать. Это верхняя набережная города Иркутска, а там за моей спиной это остров Конный, это гора. Сейчас немножко отойду, я сегодня забыла взять селфи-палку, поэтому я так снимаю, вот как могу. Вот такой солнечный день. Вот так хорошо. Здесь мы катаемся летом, когда есть время и возможность выехать за город, с деревни. Выехать, катаемся на роликах. Когда муж был живой, мы катались на велосипеде, приезжали на машине и катались на роликах с дочкой вместе. Сейчас, естественно, у дочки нога сломана, она уже не сможет кататься. Будет беречься. Сейчас только плавание. Вот она на плавание ездит. И записалась на индивидуальную тренировку. Фитнес-зал будет ходить индивидуально, заниматься. Тренажерный зал, там фитнес, ну такой вот йогу. Говорю, сходи на йогу, но что-то так она к йоге относится отрицательно. Поэтому не знаю, может быть, конечно, если коллектив попросит, то она сходит. А так она, ну, не хочет пока, не нравится ей йога. Ну, хотя по здоровью для ее вот ноги, то, что после травмы ей было бы неплохо, но не хочет. Так что такие дела. Я еще смогу снять, где буду там по городу немножечко, буду выкладывать, потому что снимаю на телефон, и памяти, может быть, мало. Томаты у меня все хорошо с рассадой, все принимается, все живет. Последнее там осталось, 50, по-моему, кустов. Я, если сегодня силы будут, может быть, распикирую. Сегодня там или завтра посмотрю. Вот так-то все уже посеяло. Надо заниматься теплицей. Ну, то есть завтра я никуда не планирую. Я завтра буду заниматься полностью теплицей и рассадой. Ну и там что посеяло, еще не взошло. Астры еще не взошли, но, наверное, еще рано. Посмотрим по семенам. А так все хорошо, все замечательно, все прекрасно. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. Все, всем пока. Пока, до новых встреч.